«Открытая трибуна». Считаете ли вы, что пить кофе – это вредная привычка? Нет, замечательно. Я считаю, вообще нужно пить, особенно по утрам, что я и делаю. Я считаю, что кофе пить очень полезно. Оно тонизирует, ну не то, что возбуждает, но меня, по крайней мере, утром очень приводит в чувство. И пью я 2-3 чашки кофе в день. Ну кофе, я думаю, пить не вредно. Ну, редко можно пить. Как часто? Ну, по-разному. Раз в день могу, раз в неделю. Кофе вообще бодрит. По утрам очень хорошо. Я, например, если чувствую запах кофе, не могу удержаться, чтобы не выпить кофе. Думаю, что, наверное, все-таки вредно, потому что как бы влияет на почки и на все остальное. Вот. Ну, как злоупотребление всего вредно. Так, в принципе, кофе и чай – это все хорошо в меру. Ну, а кофе – хороший напиток. Вот, бодрит с утра. Пью кофе часто, скажем так. Ну, не сильно там… Раза три в день, это точно. Кофе, оно как бы подбадривает. Ну, то есть, нет. В малых порциях нет. Если сильно много пить, да. А в малых оно стимулирует и нервную систему, и как бы даже очень даже полезно для здоровья. Я считаю, что кофе пить не вредно, а очень даже полезно, но все зависит от количества. То есть я думаю, что не больше 2 чашек в день будет полезно. А если его пить ведрами, то можно нажить себе сердечно-сосудистые болезни. Ну, я сам не часто пью, но и не думаю, что вредно. Кофе бодрит, и это дело вкуса. Я пью кофе каждое утро со сливками, а вредно или не вредно, я не знаю. Считаю я, да, что вредно пить кофе. Как часто я его пью? Я его пью 1 раз в день по утрам. Только утром пью чашечку кофе. В другое время суток я кофе не пью, потому что считаю, нет смысла. Открытая трибуна.